У нее даже есть паспорт. И пакетики. Так, открыли. Ух ты, костюмчик сразу. Костюмчик. Какая-то юбочка. Очень красивая, блестящая. Еще один костюм, тоже чуть блестит. Ну, вроде. О, кепочка с пиццей. Прикольно. Ага. Башмачки крутые. Ого, еще одни башмачки. Похоже на башмачки Китти Куин. Маленький пакетик. Ежевики. Ага, большой пакетик. И там большая сумочка. Тут только кофточка. О, сразу нашла комплект. Вот так сразу. Ага. Тут башмачки, только второй я не вижу. Я не вижу второй башмачок. Наверное, да? Ага, да. Вот такие вот башмачки сейчас. Ну, я уже открыла половину. Такая вот кукла Лол. Много вот костюмчиков попалось. Кепочка. Ожерелье подходит под это вот очень сильно. Потом будем находить костюмчики. Я думаю, тут лежит сама Лол. А даже не думаю, а точно тут лежит сама Лол. Кстати, вот такой вот паспорт. Курточка с маечкой. Ого! Ого! Платьишко. Потом еще, наверное, будем проверять. Так. Ого, еще одно платьице с скелетом. О, башмачки. Башмачки я нашла, наверное, комплект или к этому, или к этой юбочке. И еще и маечка там где-то есть. А, нет, маечку мы еще сейчас ищем. Наверное, найдем. Ого, у нее даже есть такой вот прикольный чемодан. Военный, как вот это вот, этот вот костюмчик. Я думала, он именно к нему. Осталось у нас очень мало пакетиков. О, я нашла уже полный комплект. Юбочка, маечка, ну и два башмачка. Ну, еще мы посмотрим сейчас, потому что я не думаю. Я думаю, что это к этой, потому что цвет не совпадает. А тут совпадает. Посмотрим, что в этом чемоданчике. Там прикольная юбочка. Такая вот юбочка. Еще один... О, наконец-то, хоть одна, но точка. Оригинально. Я сейчас все открыла. Нет, еще у нас еще осталось два чемодана. Ну и уже заканчиваем. Открывать это все? Вот.
Ну и последний чемодан. И там очки. Такие вот прикольные очки. И сейчас самое все открыли. Да, мы все открыли. Теперь самый вот такой волнующий момент. Сейчас мы открываем куколку. Все. Опа. Вот, куколка. У нее даже купальник уже одет. Давайте посмотрим, какая одежда ей больше подходит. Кстати, в комплекте была инструкция. Ой, да, мы не открыли один пакетик. Сейчас посмотрим, что там. И там вот такой вот купальник леопардовый. Ну и уже точно все. И что же ей подходит? Такая вот точно, как на картинке, девочка. И у нее вот такие вот очки на картинке. Давайте попробуем одеть ее, как на картинке. Очки. Вот она уже стала красивее сразу. Это та маечка? Да, это та маечка. Мы одеваем маечку, как на картинке тоже. Вот такая у нас получилась. Пока сейчас оденем еще маечку. Ого, маечка твердая. Обычно даже в оригинальных лол они чуть-чуть помягче. Ну, ничего. Одеваем ее дальше. Так, вот так пока она выглядит. Очень круто, кстати, смотрится. Ну и оденем ей юбочку. Ого. Да. Никогда не видела лол такой прям одевающейся такой одеждой. Ну, вроде все. Ну, а башмачки у нее какие? Вроде она нарисована полностью вот тут. У нее башмачки вот такие. Сейчас у меня точно попадаются такие башмачки. Я помню, вот, да. Точно такие же. Так. Ой, кстати, очки съехали. Так. И вторая. Так. Точно как на картинке. Никаких изменений. Все. Пока-пока.